Принять участие в выборах, не прерывая лечение. На базе стационара областной больницы номер 3 открыт полноценный избирательный участок. Все хорошо организовано. То, что я лежу на данный момент в стационаре, мне, то есть, никуда идти не надо. Я пришла на место и проголосовала, сделала свой выбор. Тем, кто не может передвигаться самостоятельно, переносную урну для голосования принесут прямо к кровати. Возможностью проголосовать прямо на рабочем месте пользуется и персонал учреждения. Мы выбираем свое будущее, будущее своих детей. Выбираем своего президента. У меня сегодня смена. Очень удобно, чтобы так сделала, чтобы я пришла на работу и голосовала, выбрала нашего президента. Больше 470 человек реализовали свое конституционное право. Участок в больнице всегда пользуется спросом. Наши пациенты всегда активно откликались, особенно в эти выборы. Прямо большое, в основном, основная масса, все уже проголосовали за первые два дня. А сегодня уже у нас поступившие, ну, еще есть отдаленные у нас отделения, которые едем мы туда к ним. В завершающий день выборов выездная комиссия отправится к пациентам отделений паллиативной помощи и инфекционного. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время.